Всем привет, ребята! Мы на канале Кити-Тро. Сегодня мы открываем концерт. Это такая чудесная коробочка. Это Санчара. Отлично. Смотрите. World of Domino написано. Тут будет целая такая... Стадо доминошек. Целая такая змейка домино. Какие-то лесенки, еще что-то. А потом мы их как уроним все. Сейчас мы будем строить. Да? Ну давай открывай. Так. Ой, там еще что-то есть. Доминошки. Много-много доминошек. А все, больше ничего нету. Мама, пока. Даже инструкции нет, чтобы как-то складывать. Как шариков нету? Должны быть, они, наверное, в доминошках лежат. А? Они, наверное, лежат в доминошках. И где-то здесь. Эта коробка оказалась без шариков. Это, видимо, другой наборчик. Просто смотрите, здесь на коробочке нарисована с одной стороны одна картинка, с другой другая. И мы не поняли, что там оказывается только одна картинка в наборе. Вот смотри, вот такая картинка нам попалась. А в другой какой-то коробочке была вот такая. Мы просто думали, что там и такой наборчик, и такой. А оказалось только один. Вот такой. Без шариков. Ну что, будем собирать без шариков тогда? Да? Зато у нас много лесенок. Так, я думаю, нам не хватит стола. Это надо на полу строить? Да. Давай, сейчас мы построим это все на полу. Перемещаемся на пол. Так, мы переместились на пол. Теперь мы будем собирать наши доминошечки на полу. Да, Катюш? Да. Давай, берем коробочку. Будем смотреть, как их строить. Так, смотри. Я понимаю, лесенка. Я понимаю. Такая большая лесенка. Так. Ух, пришка! Да, покажи. Посмотрите, как прикольно. Это было круто. Ой, давайте еще такое, потом вот это сюда. Камера, ты дорожку без лесенок, потому что с лесенками у нас все время все падало и разрушалось. Сейчас мы построим просто дорожку и ее разваляем. Я вам даже не могу сказать, сколько раз мы это переделывали,
потому что стоит одной доминошечке упасть, и все. Конец всему. Все поломается. Это оказалось нелегко. Сейчас мы достроим нашу дорожку. И будем ее запускать. Так, Катюша, давай, последние две доминошечки. Ну что, вот такая змейку мы такую посделали. Сейчас мы будем ее разрушать. Сейчас будем пробовать. Мне тоже интересно. Тебе интересно? Мне тоже очень интересно. Вот такая у нас прикольная получилась дорожка из доминошечек. Ну что, запускай, Катруся. Толкай крайнюю, вот эту синенькую. Да, толкай. Давай, не бойся, толкай. И... Фух! Разрушили! Ура! Ну, я вам скажу, это было непросто. Строили мы ее гораздо дольше, чем рушили. Да, Дальта? Вот такая вот непростая оказалась эта игра с доминошками. Такую, как на картинке, у нас построить не получилось. У нас все время падало и разрушалось. А простую змейку получилось.